В Московской областной больнице имени профессора Розанова прошло торжественное мероприятие, посвященное пятилетию со дня открытия нового родильного дома. Примечательно, что более чем столетняя история больницы начинается с терапевтических и акушерских коек. Потом был отдельный корпус, а в 2016 году возвели новое здание современного родильного дома, которое в 2019 году получило статус перинатального центра. Современное родовспомогательное учреждение в этом же году признано лучшим роддомом области, а в 2020-м лучшим по версии пациентов на сайте продакторов. С вами на самом деле очень здорово работать, потому что сегодня, когда время требует от нас каких-то инновационных, высокотехнологичных и информационно насыщенных методик внедрить в жизнь нашего района, мы всегда начинаем с родильного дома. 5 лет помогают женщинам стать счастливее. Роженицы из соседних городов стремятся сюда попасть. Ивантеевка, Щелково, Балашиха, Сергиев Посад, Москва и даже соседних областей приезжают сюда рожать. В год медики принимают около 2500 детей. В вашей работе очень много счастливых моментов. И вы стремитесь именно к этому. Поэтому я буду кратка. Мне хочется сказать вам искренние слова благодарности, низкий поклон. И из личного опыта, 5 лет назад в нашем перинатальном центре родился мой крестный сын. И ему буквально на днях будет 5 лет. Искренне большое вам спасибо. В актовом зале собрали работников, врачей, медсестер, санитарок и заведующих отделениями, чтобы их поздравить и наградить благодарственными письмами. Также устроили небольшой концерт. Анастасия Спирина, Александр Девкин, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.